Понимал, насколько это все будет сложно, насколько это будет нереально сложно. 6 месяцев это слишком долго. Я уже проходил это труд, это восстановление, реабилитация. Вначале самое трудное это вот эта неделя после операции. Ты пьешь кучу разных обезболивающих, потом самое сложное для тебя это восстановление каждый день в зале по 5 часов работы. И сейчас трудно, получается, тоже набегать этот километраж общий по 2 тренировки в день. Начал уже фартлеки бегать, с мячом работа. Там будто многие люди, я знаю, не ощущают поддержки от родных, близких. У меня это все на таком уровне в семье. Друзья мои, команда. Вот эта поддержка тебя заставляет двигаться вперед. Я понимал, что, блин, в меня верят в клубе, президент клуба, главный тренер, все руководство, пацаны. Я должен восстановиться. Я просто я люблю футбол, и поэтому это было основной причиной, в принципе, которая меня мотивировала.